Верите ли вы в приметы так, как в них верят водители? Будь то опытные автовладельцы или начинающие, у каждого есть примета, которую он свято чтит. Например, в Англии и в США дурным знаком считается зеленый цвет авто. И по статистике, машины этого цвета чаще всего попадают в аварии. Сегодня мы решили узнать, суеверны ли наши автовладельцы. Начнем, пожалуй, с самого начала. Одна из народных примет гласит, что при покупке машины и до получения номеров нельзя фотографироваться рядом с ней, и ее одну тоже не следует снимать. Следующий знакомый многим ритуал – обмывание машины. И это обязательно, иначе сломается. Если приобретенный автомобиль в первый месяц эксплуатации сломался дважды, его нужно продавать. Это значит, что вы не понравились друг другу. А еще не стоит обсуждать в машине планы, касающиеся ее продажи, так как железный конь привязывается к хозяину и при намеке на расставание начнет капризничать. То есть водителя ждут поломки и неполадки. Птичка, когда на автобус сделает что-то к деньгам, помогает, честное слово, да? Ну, в всяком случае, зарплату дают. Ну, если птица накакает на машину, к деньгам, все. Больше ничего не знаю. Если нужен дождь, я всегда говорю девочкам, хотите дождя, собирайте по полею, чтобы я помыла машину. Особого внимания заслуживают номера. К примеру, сочетание трех шестерок на номерном знаке вызывает у автомобилистов панику. Есть, все думают, что красная машина, она на фарт, да, на... А есть кому вот не везет с этими машинами. У нас был такой случай, что у сестры была машина, все три красные, она постоянно их ударяла. Хотя красный цвет, он на удачу. Знаете, когда мне дорогу переходит какая-нибудь баба с пустым ведром, то точно будет пустая дорога, 100%. А еще, когда вы видите гаишника... Скажите ему фигу, скажите, слепым был, слепым умрешь. 100% не остановит. К слову, встреча с патрульным инспектором упоминается во многих приметах. Например, не стоит свистеть в салоне, иначе вас остановят. А также лучше не пересчитывать деньги в машине. По мнению автолюбителей, у стражи порядка острый слух, который реагирует на шелест купюр. Есть и такая примета. Те, кто выбрасывает мусор из окна своей машины за невнимание к окружающей среде, ждет год невезения. И именно к этой примете мы настоятельно советуем прислушаться. Есть по жизни приметы, но что связано с машинами, надо просто ухаживать за своей машиной, любить ее и соблюдать правила дорожного движения. Много ли нужно?